Привет, мои дорогие, будем делать сегодня плов. Так, вчера мировалар, my dear hello, приготовила мясо, конечно же, жирненькое. Так, вчера пилав я беру, без пилав я. Сильно не будем брызгать, иначе начнет брызгаться. Кто-то пришел. Пришла почта, девчонки. Заказывала я продукцию. Харемс заказала. Вы знаете, я продаю эту продукцию. У меня был заказ. А то, что у меня не было, как бы, мне пришлось сделать на фабрику заказ. Они мне отправили. Прям с фабрики, цена фабричная. Вот. Что-то сегодня такая у нас погода, вы знаете, пасмурно. И вы знаете, наверное, тоже, когда пасмурно, и настроение тоже какое-то не такое, да? Вот. Лучок. Лучок, боровичок, соан. Таким макаром это все жарится. Вы знаете, вот этот телефон мне бы вот как-то, да, чтобы снимать именно, но у меня вот не очень так получается, что-то я не знаю. Как-то надо установить это все дело. Распаковку покажу, чего я заказала, то есть что заказали мне, надо будет это отправить. Прикрою немножко, видишь, пожарится. Вот. И погода такая, то дождик, то солнце хочет, прям вот хочет и не может. За тучками, в общем, за тучками. И сегодня у меня такой день какой-то пассивный, не знаю почему. Такой, знаете, задумчивый. Вчера была налегке, сегодня нет. Сегодня так маленько что-то, не знаю. Но я думаю, что это из-за погоды. Потому что погода тоже влияет на это все. Думаю, что из-за погоды. В пятницу я иду на процедуры свои, в салон красоты. Вот. Массаж живота, да? Маша, кушай, кушай, потом делай массаж живота. Вот. Маша делает. Но сегодня у меня настроение на покушать, честно, даже вот не очень. Вот честно. Вот готовлю плов, да? Ну так, знаете, думаю, обычно, когда пасмурная погода, плов готовишь и вот прям по погоде, да, и как-то, не знаю, у меня всегда на пасмурную погоду хочется готовить почему-то плов. У меня у одной так, или не только у меня, есть такое. Это все дело хорошо жарим, добавим морковочку, палочек пилу. Пока не буду мешать. Так, немножко оставим. Болезнь, знаете,
каждое вот это вот что-то меня начинает. Что это такое? Ой, эти дела. Девчонки, положила соли и один кубик сахара и пол чайной ложки томатной пасты. Можно и без этого готовить, без томатной пасты, конечно, но я положила. Вообще летом, ну не то что летом, можно нарезать было, дома есть помидор. Ой, наша лентяйка. Решила положить пол ложечки томата. Но это тоже нормально. Ну вот, водичку нальем сейчас. И пусть оно у нас варится. Так, человек, тускойдум. Витанеш купщик яркойдум. Хэнда ярым кашек. Domates, küçük kaşık. Çay kaşığı. Вот у меня рис, который есть, да, он любит воду. Вы знаете? Я вот поражаюсь. Я с ним делала как-то плов. Ну, это вот я его опять купила. У них же риса тут видов-то миллион. Ну, как у всех, да? Вот. И поэтому... Купила именно тот рис, оказывается, который вот хочет много воды. Вот это я не очень люблю такой рис. Ну, нарвалась Маша. Ну ладно. Ну все, оно у нас будет вариться где-то час точно. Ну вот, дорогие мои, будем рис ложить. Варилось оно приличненько. Так, ну-ка, сахарочек один положим. Перечку и рис. Ну, рисенька вроде так многовастенько, я думаю, да? Маша такая. Сейчас посмотрим. Да нет. Положим рис. За сегодняшний целый день, девчонки, вот что я? Утром поела этот молотый овес, стала кушать, потому что, ну, думаю, пусть он же очищает все-таки, кишечник тоже. Молотый овес перемешала с ложкой, с двумя ложками столовыми этого йогурта. Туда чайную ложку перемешала масло льна. Это все, в общем, помешала хорошенечко. И это поела. Оно набухло, постояло. И поела его натощак. Вот. Ну, не совсем. Ну, как натощак все равно. Я утром пью кипяченую воду. Стакан, кружечку. Выпила кипяченой воды. Потом через полчаса я... Выпила свой коллаген. Через полчаса я поела эту смесь, которую я сделала.
И через полчаса я уже решила попить кофеечек. Сделала кофе и попила. Больше я ничего не ела. Вот до этого времени. Сейчас время у нас без 10:07 вечера. Ну и честно скажу, девчонки, вот не хочется. Да. Вот сегодня у меня вообще аппетита нет. Не знаю почему. Нету аппетита. Так, чылдырым. Бүгүн мен сабак садыже бир бардак суу ичтим. Сыжак суу. Ярым саат соңра бир бардак коллаген ичтим. Бир бардак, жок, онодон соңра юлаф бар, юлаф көпөгүнү караштырыйорум 2 кашык йогурт менен. Onun üstüne keten tohumu yağı var. Onadan bir kaşık, şu kaşıktan, küçük kaşık yani. Bu kaşıkta o keten tohumunu üstüne karıştırıyorum. Hepsini karıştırdım. Sonra o biraz duruyor yarım saat gibi. Biraz şişiyor. Sonra onu yedim. Onadan başka bugün hiçbir şey yemedim. Şimdi saat 7:10 kala. Yani biliyor musunuz bir şey yemek de istemiyorum. Öyle hiç istemiyorum bilmem neden. Bugün benimki böyle günüm galiba. Pilav yapıyorum. Pilavı bilmem ya yiyeceğim ya yemeyeceğim onu da bilmiyorum. Çünkü pek bir şey istemiyorum. Как я вам уже говорила, этот рис у нас любит прям воду. Очень любит водичку. Не знаю почему. Вот такой какой-то рис. Пять минут на таком огонечке. Сейчас мы его немножко на семерку. Вот. Ровно 5 минут пусть покипит. Это у нас говорят на нашем языке. Чтобы переведу сейчас на русский, да? Рис. Во-первых, набух. И вот эти все вкусовые запахи, да, там это все вышло на рис, то есть питался в рисинку. И мы, вот это ожидание у нас, 5 минут, оно должно быть закрытая крышка, огонь приличный, большой, ровно 5 минут. После этого уже практически вода, ну как, почти исчезает. И уже на минут 40 мы закрываем крышку, не открывая. Но до этого у нас есть еще одна процедура, которую мы должны сделать. Вообще, у нас когда варят в большом казане плов, делают там на всякие мероприятия, да и вообще и дома тоже, обязательно надо делать дырочки, чтобы рис, да, вот как бы он, во-первых, и сварился, и был вкусным плов. Мы вот таким... Вот этой палочкой, вот такой, да, это как называется, каталка, наверное, да, вот, ею мы делаем дырочки. Ну, не знаю, это у меня вот еще, когда была замужем, там, с того времени, это у меня, как бы, вот так мы делаем плов. Может, не все так делают плов, я не знаю, но... Большинство. Хочу вот прям немножко перемешать. Как всегда, Маша любит плов и туда положить немножечко картошечки, вы знаете. Да, Маша так любит. Такой красивый пловчик. Сейчас мы его
закроем, нарежем картошечку и закроем на полчаса. Сейчас я сделала на двоечку. Маша не приготовила картошку, молодец. Не порезала. Умница. Вот так ее прям по краю. Потатескую рус, северу потатес, да? Там я на ким на солистерся. Потатеспля, я не хершебля я побелер. Базенлер сарымсак я пью. Узюмбли я пью. Мисаля, или я не. Филафны. Ногут бленда, олур. Девчонки, кто как любит? Кто любит с картошкой? Кто любит с чесноком? Вот такие дырочки делаем. Это вот будет лучше. И писинка тоже будет. Хорошо. Так. Вот такие дырочки сделали. И закроем крышечку. Ну и все. Если честно, вот прям на медленном огонечке 40 минут или час не страшно. Ничего не будет. Прям медленный-медленный огонечек. Ну все, будем ждать. Ну вот, мои дорогие, плов готов Машин с картошечкой, соленые огурчики, свежий салат. Ну ладно, пойдем кушать, пришли гости. Хорошо, что сварила что-то, да? Вот. Афетосу. Привет, мои дорогие, как у вас дела? Мерхаба таким пчелорам, нашел сам Фимсом. Ой, Маша опоздала с этим микрофоном. В общем, приехали знакомые из России. И my dear hello. Попросила их привезти мелочек. Вообще просила Антошку. Ну вот. Они купили вот таких вот 40 штук и привезли. Я не знаю, это что за мел. Давайте попробуем вместе. Они купили его в канцелярском магазине. Это, видимо, обычный школьный мел. Вкус меловой. Угу. Не сильно твердый. Сухой. Чисто меловой. Очень приятный. Крупиночки. Тающие. Супер напудренные. Русседа. Гальде. Табишир. Таде. Ну и высохли наши батончики. Наши батончики высохли, да, вот. Эти-то упали. Уральская. Мягкая. Мягкая она.
Надо что-то поесть. Сейчас, секунду. Давайте покушаем Эверест. Эверест из Мелового царства. Это шедевр. Мокрый бетон. Шлак бетон. Обалдеть. Какой запах? Супер напутренный. Просто обалдеть.
Давайте этот кусочек покушаем. Весь обваляем его. Камешек попался там. Мне кажется, его надо просушить, потому что очень мягкий. Ну все, спасибо вам. Пока-пока, увидимся. Бай-бай. Так, все. Good shirt. Спасибо.